Здорово, всем привет. Опять наш любимый гусенок, мотоцикл. Ой! Вот. Часто бывает, что на ноге, если долго кататься, на ботинке вытирается плямина, особенно в кроссовочке. Если неудобно, протирается. И для этого купил вот такую вот чудную хрень. Одевается на ботинок на время прокатывания, пока катаешься. Передачку тискаешь туда-назад. Подошва-то, понятное дело, не стирается. А сверху, чтобы не стиралась, вот такая вот резиновая штукенция. Значит, сейчас посмотрим, как она будет выглядеть на ноге. Резинка подгоняемая под размер обуви. Довольно удобно оделась. Вот так вот выглядит, чтобы нога не стиралась. Ссылка будет внизу под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А также внизу пишите, какие полезные гаджеты на моцк вы хотели бы увидеть еще у нас на канале. До скорых встреч. Пока-пока.